Да. Да, да, да. Гаечку не видел? Ты мог какой-нибудь вопрос полегче задать? Меня покажи! Подожди, вот что для меня дрифт? Вот ты меня снимаешь, а там едут. Зачем ты меня сейчас снимаешь? Для меня дрифт — это образ жизни. О, это история, ту, которую мы начали снова. Хорошее времяпрепровождение с друзьями. Уже жизнь моя. У меня есть семья и есть дрифт. Это все, что у меня есть. Дрифт — это вся жизнь для меня. Хобби, увлечение и... Да, Тома, без тебя не... И возможность самореализовываться. Для меня дрифт — это все! Не, наверное, это громко будет сказано. Да, я ощущаю себя частью дрифта. Ну, все по чуть-чуть, наверное, по крупице. Создаем. Наверное, могу сказать, что создаю, так как я отсутствовал 4,5 года. И когда я сейчас вернулся, почему-то все говорят, что легенда вернулась. Я вообще человек скромный. Ну, наверное, да, так как уже много лет в этой теме. Сейчас вот пытаемся ворваться снова в про-серию. Наверное, сказать, что я делаю историю дрифта, будет не совсем правильно, это лучше пусть скажет зритель. Если он так считает, я ему благодарен. Я просто в ней существую, в этой истории. Создают, наверное, другие люди, организаторы. Им большое спасибо. Каждый пилот, который участвует в Беларуси в чемпионатах, так или иначе эту историю создает. Развиваться. Делать хорошую атмосферу и хороший дрифт. Делать так же круто. Оставаться все такими же молодыми в душе. Видеть таких крутых ребят, вот как старшая команда. Еще 15. Ну, а в целом все хорошо. Ребята молодцы. Очень крутые организаторы. Развитие X2. Как минимум X3 и не останавливаться никогда. Я бы хотел пожелать двигаться в таком же темпе, как сейчас. Не останавливаться. Горжусь этим. Мне как минимум есть что вспомнить. Пожелал, ну, только вперед, вперед и вперед. Открывать новые локации, привлекать новых пилотов и
оставаться таким же мероприятием на высоком уровне. Мы часть дрифта. И зимой мы расскажем вам о истории дрифта в Беларуси. Да я пожелал бы всегда идти вперед, несмотря ни на что. И не забывать про медийку, мы тоже очень важны. Скажи, пожалуйста, а ты откуда? Я Армадилла Продакшн. Кого?